изобразили калькулятор. Какое-то разнообразие на современном заборе. Тут еще что-то. Ну, перо, дальше книга, по-моему. Да, это точно книга. Да, я смотрю, что-то анимация какая-то. Лицей 20. Металлургическая улица 102/2. Ростовский институт защиты предпринимателя. Зато наверху написано техникум сельхозмашиностроения. Берест Алексей Прокофьевич. Участник вооружения Знамени Победы над Рейхстагом.
Это у нас снова улица Сержантова. Сержантова 1/106. 106 это металлургическая. Здесь, по-моему, интересный двор. Да. Вот он, лев каменный. Львы. Лепной декор. Если кому интересно, Сержантова 1/106. Вот, кстати, вполне симпатичные здания. Вот, когда я здесь был в последний раз, этого не было. Уровни находятся прямо в лавочке. Вот так улица преобразилась. И надпись «Первомайский район». Металлургическая 110.
даже довольно любопытно, интересно. Но уже разрисовали. Металлургическая 64/112. Тут написано 112/64, металлургическая 114, а в другую сторону 110. Ну что, начинается проспект Мира. Хотя не похож он на проспект, скорее как переулок. Или еще вот последнее здание, это металлургическое. Здесь, конечно, куча гаражей, вообще не в тему. В смысле, портят красоту улицы. Они, конечно, нужны.